Всем привет, любители видеоигр, с вами снова я, Рут, и мы продолжаем играть в игру под названием Dead Space. В предыдущей серии была эпичная бойня, мы дрались с самим Левиафаном. Я не знаю, как это определить, как его вообще назвать, как его описать. Это такой огромный кракен с щупальцами. Скажем так, космический кракен, да. И сейчас нам надо куда-то выбраться, куда я что-то забыл, в принципе. Так, куколки мы уничтожили. Так, нам надо следовать на... рудную платформу, да? Пойдемте-ка. Рудная платформа нас ждет. Надеюсь, сейчас на нас никто не напрокинется прям. Мне бы этого не особо-то хотелось. Это опять через вот это все вот проходить. А, или мы сейчас уже заканчиваем эту главу. Скорее всего, мы сейчас главу закончим, да? Всего в игре, по-моему, 12 глав. А здесь мы уже... Я что-то сбился со счета. Седьмая вроде. Но мы уже чуть больше половины игры прошли с вами. Так что осталось совсем чуть-чуть. Интересно, чем же эта история вся закончится? И выживет ли Хэммонд? И выживет ли вот эта вот девушка, которая нам всегда помогает? Было бы хорошо, если бы она выжила. О! Здравствуйте. Я тут это... Закройте дверь, пожалуйста. Так, ладно, нам сюда. Станции Шимура. Да, следующая глава. Глава 8 сейчас будет, по-моему. А, нет, фу. Мы только 6 главу прошли. Опасные примеси. И сейчас мы переходим на 7 главу, которая называется... Да, естественно, сохранится. И 7 глава у нас называется «Как шаг в пустоту». Видимо, здесь у нас будет рудная платформа, на которую нам так надо попасть. И опять... Это наш единственный шанс выбраться живыми, Айс. На рудной платформе находится астероид, который готовили к переработке. Прикрепи к нему маяк, и мы оттолкнем его подальше от корабля, чтобы сигнал был четким. Маяк на инженерной палубе, астероид можно отгрузить из контрольной комнаты. Черт, контрольная заперта. Похоже, они держали аварийный ключ на перерабатывающей палубе. Могло быть и полегче, согласен? Не знаю, сколько еще продержусь. Естественно, могло бы быть полегче. Мы могли бы просто отсюда свинтить и просто не заходить на этот чертов корабль. Раз уже заметно, что здесь какая-то хрень творится. Вот вы бы сюда пошли, я бы сюда, не знаю, я бы сюда, скорее всего, бы не пошел. Так, это у нас еще один силовый узел, да? Отлично, еще один силовый узел. Вот мне интересно, вот кто вот эти вот звуки все равно издает? Это же не наши глюки? Или это остаточные, как автоматизированная речь? Если можно это так сказать. Здесь никто на меня не нападет в случае. Так, слушайте, всякой всячины навалом. Это, видимо, какая-то мастерская была. Когда-то. Вот, как раз верстак. У нас столько этих силовых узлов, то что нам надо бы это все использовать. Так, у нас тут до здоровья осталось. Угу. Раз, два. Тут, я думаю, хватит нам. И труборез. Так, это у нас что? Время будет даваться? Нет, давайте-ка плазменный резак. Урон и объем. Во, вот так-то думаю. В принципе, нормально. За 4 усилить вот так вот оружие. Я думаю, это довольно-таки классно. Так, здесь, видимо, какой-то этот был. Какие-то на вольеры больше похоже, как будто здесь каких-то животных держали. Или тут капсулы были. Какие-то костюмы защитные. Даже не могу предположить, что здесь вообще было. Лезвие и аптечка. Так. Нас как будто готовят к последней битве в нашей жизни. Ну, Левиафана мы и так с каким-то вообще чудом мы его победили.
Ну, было бы гораздо проще, если бы я знал, как с ним вообще бороться. Так, что-то мне... Да, вот именно. Что-то мне не особо-то нравится вот это. Что это? Мужик. Это не к добру. Рудная платформа почему-то недоступна. Посмотрим, можно ли это обойти. Так, ты уж скопытился. Так, это раз. И вот так вот. Идите-ка, пожалуйста, вон туда вот. Вы мне уже не нужны. Спасибо большое за поддержку, за помощь и так далее. Так. Подождите, нам надо... На какую платформу-то она сказала? А, найдите ключ на палубе переработки, да. Палуба переработки. Вот, нам сюда, на палубу Б. Ой-ой. Кто? Где? Так, здрасте, я не хочу с вами общаться, пожалуй. Спрыгнул такой интересный. Ой-ой. Пошел вон. Он мне еще не перезарядился, козлина. Давай, давай, давай. Оп. Да что вас так много-то, а? Алло. Айзек, дерись. Так, так, так. Так, да блин, да господи. Пошли вон отсюда. Нашли уязвимое место, блин. Ты еще живой, да? Козлы, а? Нашли уязвимое место, блин. Где отойти-то некуда вообще. Абсолютно. Чихни. Это рука или нога? Что, кто? Ну-ка... Ну-ка не шипи. Говорит Темпл, я нашел Элизабет, но в этом проклятом ангаре нет ни одной шлюпки, пригодной к полету. Джейкоб, скорее! Мы должны найти маяк. Один точно где-то здесь. Я нашел Джейкоба. Джейкоб, привет! Ой. Да сколько вас-то тут будет-то, алло? Ногу ему отпили, да ногу ты ему отпили. Ой-ой, вот это мне не по душе. Вот эта вот гадина, она еще сейчас будет рождать вот этих вот мелких отпрысков своих. Или не будет? Ты что, споткнулся? Какая хрень. Блин, нашего Айзека покоцали. Как ты слово забыл. Нехило. О. Зато сколько ништяков нам дали. Это, конечно, ништяки всегда хорошо, но... О, это что такое? Это можно взять... Вау, слушай. Я бы с собой потаскал бы вот такую-то. Ей можно отпиливать конечности неплохо. Давай-ка с собой возьмем на всякий случай. Вдруг кто-нибудь сейчас будет здесь. Здравствуйте. Ну да ладно. Я вам тут подарок решил сделать, а вы отказываетесь. Мадемуазель. Что тут есть-то интересное такое? Только куча трупов. Так, это, видимо, какая-то реально перерабатывающая руду. И там вот в этой вот, как сказать, капсуле уже руда находится. То ли переработанная, то ли... Только-только на переработку. Так, можно вот эту хрень с собой взять? Спасибо. Так, нам главное... А, нам вообще в другую сторону. Так, пойдем-ка со мной. Чтобы можно было кому-нибудь конечность отпилить. Оп. Ой. Вот и кому там отпиливать конечности-то, вы мне скажите. Вот. Где они? Ладно, раз, два, три. И где вы? Так, тут все понятно. Видимо, дальше. Эй, привет! Ты, блин! Я промахнулся.
Как я мог ею промахнуться? Ну что ты на меня смотришь? Ну что ты, мать его, на меня смотришь? Так мы здесь были. А, во. Что-то новенькое. Я здесь не был. Текстовые сообщения. Давайте же прочитаем. Проблемы в отсеке переработки. Журнал рудной платформы. Ситуация здесь серьезно ухудшилась. Сбой системы гравитации привел к тому, что один из астероидов, который мы подтягивали, вырвался из силового луча и столкнулся со стеной. Два человека погибло, а астероид разлетелся на мелкие куски, которые сейчас летают по всему отсеку. Пока мы не уберем эти осколки, гравитацию включить не удастся. А значит, нам не добраться до главного ключа. Нам бы не помешала тут помощь техников. Блин, у кого какие проблемы? Они, видимо, в тот момент, когда произошла вот эта вся катастрофа, не были уведомлены, то, что вообще здесь находится некроморф, и здесь какая-то хрень творится. Скорее всего, это так. А зачем сюда зашел? Так, дайте мне резак мой. Или вот эту хрень. Не, лучше резак. Так. Что-то довольно-таки уютненько тут у вас. Так, видимо, мы сейчас... Зона невесомости. Запор отсека переработки снабжен контрольным блоком. Если не восстановить гравитацию, он не откроется. Но ты не сможешь включить генератор тяжести, пока по отсеку летают эти объекты. Попробуй отловить их. Отловите куда вот это все? Вон туда вот? О, слушайте, это действует. Так, ладно, понятно. Уничтожены. Одна хрень здесь. Так, тихо, тихо. Куда? Ты улетел? Ой-ой-ой. Пошла вон отсюда. Пошел вон. Блин, господи, сколько вас тут? Еще летаете, гады? Давай. Давай забирайся, гад. Так уже весело, да? О, отлично, спасибо за то, что вы мне патроны принесли. Я очень вам благодарен. А этот не удастся потянуть к себе? О, получилось. Так, а вот мне просто интересно, вот так вот оно все. Да, оно тоже. Нам теперь надо на другую сторону перебраться. Потому что с другой стороны... Да господи, привет. Спасибо. И еще один, да? Так, раз, два, три. Так, это мне дайте, пожалуйста. Отлично. А можно сразу туда? Или вот сюда вот, ладно. В принципе, мне без разницы. Мне их оттолкать сюда надо. Так. Заберите, пожалуйста, свое добро. Аномалии уничтожены. Давайте еще. Будет еще. Все. Мы избавились от аномалий. Все незакрепленные аномалии уничтожены. Гравитация может быть восстановлена. Сейчас может быть восстановлена, и мы такие падаем. Нет? Ну да ладно. Так, гравитация. Гравитация восстановлена. Доступ в комнату контроля разрешен. Что? Кто? Опять ты? Не-не-не-не-не. Давай-давай-давай. Перезаряжай. Оп. И оп. Ой! Твою мать! Можно вот эту хрень его кинуть? На. О! Кто? Кто это сделал? Ой-ой-ой, отхиливайся, Айзек. Ты же хочешь жить? Сзади кто-то идет. Привет. Как, давай? О, и вам привет. Кто? Где? Ой, нет! Сраза.
козлы. Вот что я могу сказать. Козлы. Типичные, мать его, козлы. Я тут, видите ли, астероиды убираю, а они тут не мешаются. Ну, конечно, вы няшки, но все-таки вы мне не очень-то нравитесь, не очень-то симпатичны. Да, и мне надо идти туда вот. Так, стоп, что-то было. Так, лезвие трубореза нам понадобится. А здесь что-нибудь есть? Или здесь ничего нет? Мне кажется, если вот сюда вот в луч этот направиться, и ты сразу же сдохнешь. Блин, тут у вас тоже все не особо-то хорошо, я вижу. Антисептика кругом. Жесть. Так, это сюда. Это сюда. Перезарядить можно, перезарядить можно. Напряженная опять-таки музыка. Что это? Текстовое сообщение. Ключ рудный... О, вот как это раз. Это ключ, Айзек. Он позволит тебе попасть в контрольный центр, откуда ты сможешь запустить астероид. Да, и не забудь сначала прикрепить к нему маяк. Тут у меня еще один отчет о безумии среди колонистов. Похоже, все началось после вывоза обелиска с планеты. Блин, а что вы хотели-то? Обелиск есть само зло. Вот как просто обелиск мог повлиять на это все? Ой-ой-ой! Не-н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 е. Так, все понятно. Вот с какой стороны он выпрыгнет? Так, понятно. Давай. Я вам все равно не доверяю. И... О! Кто заказывал ноги? Вот вам секси-ножки, как раз таки все. Все по стандарту. Иди, тебя перекроежило. Это норма. Это, мать его, норма. Как спецназовцы. Пожалуйста, не забывайте своевременно перерабатывать отходы. Спасибо. Эй, да не за что. Мы всегда рады вам помочь. Ух, эти некроморфы. Ух уж эти некроморфы. Давайте-ка пробежимся дальше. Ой, привет. А я тебя это как раз таки ждал. Думал, когда же ты вернешься? А ты, оказывается, вот где. Так, нам... Так, нам сейчас куда надо? А, так, найдите, чтобы покинуть на палубе техобслуживания надо нам. Палуба техобслуживания. Это палуба D. Что, еще кто-нибудь будет? Я уж на всякий случай вот эту хрень с собой возьму. А что будет? А, тьфу, у него же... Ой-ой. Чё-то мне это не нравится. Это, видимо, на палубе чуть выше была такая хрень, да? Ой, ой, ой. Кто это? Не-н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 е! Да ты чё? Да ты чё гонишь-то? Ты немного не доделал. Фу. Доктор Кейн, что черт возьми? Назад! Подойдешь еще на шаг, и я пристрелю его. Отдай мне коды доступа на грузовую палубу. Вы идиот, это переработка. С какого хрена у меня должны быть коды? Не ври мне. Мне уже надоела ваша ложь. Сейчас для меня главное забрать обелиск. Отдай мне коды. У меня нет их. Вы так же и капитана уделали. Давайте стреляйте, если хватит духу. Идиоты! Это единственный способ все остановить! Прекратить все это! Он совсем рехнулся! Вызовите охрану! Да, видимо, это тот доктор, который... Или не доктор, вот который нам угрожал. И вызвали вот этого вот огромного чувака. Дружище, я избавлю тебя от мучений. Тебе так будет лучше. Вот именно который тот вот доктор, который вызвали вот этого вот огромного мутанта, который регенерирует себя постоянно.
Вот, скорее всего, это вот он взбесился. Ну, это так, я так полагаю. Ну что ж, любители видеоигр, готов я с вами попрощаться. Всем спасибо, то, что посмотрели этот ролик. Подписывайтесь, ставьте лайки. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, потому что там у меня все самые свежие новости. Все то, что я публикую там, это прям новье. Это прям вот вытащили вот с печки вот выпечку. И вот так-то прям свеженькое, готовенькое. Всем спасибо, всем удачи и до новых встреч.